Мы традиционно участвуем на событии номер один в мире информационной безопасности в нашей стране. Вот. Сейчас это выставка Info Security. Мы выбрали ее, исходя из того, что, ну, я уже сказал, это событие номер один. И мы позиционируемся как лидеры рынка. Естественно, мы старались, и у нас, на мой взгляд, это получилось, быть максимально представленным, соответствовать имиджу лидера рынка. Ну и, по сути, мы имиджей не являемся. И поэтому мы здесь, на самом динамичном мероприятии в мире информационной безопасности. InfoSecurity – это достаточно известная площадка, достаточно известная выставка. Здесь очень логично, здесь очень много партнеров и заказчиков, и очень удобное место для того, чтобы подвести итоги, для того, чтобы представить новинки компании, для того, чтобы определить какие-то дальнейшие направления развития, договориться о реализации тех или иных проектов, заключить какие-то контракты. Именно поэтому мы участвуем в этой выставке и надеемся, что в нынешнем году наше участие будет успешным.